2 ноября во Дворце спорта юбилейного областного центра состоялся открытый городской турнир по сумо «Русь-Богатырская-2019». За победу боролись как взрослые спортсмены, так и юноши. Всего на Дахё вышли суматории из Твери, Осташкова и Зубцова. Среди почетных гостей турнира были исполнительный директор областного отделения Российского союза боевых искусств Дмитрий Иванов, президент региональной федерации сумо Андрей Гатько, чемпион Европы Михаил Петров и его дочь, многократная чемпионка России, Европы и мира по сумо, уроженка Осташкова Светлана Петрова. Кстати, ее земляки стали абсолютными чемпионами. У мужчин Илья Кондратьев, а у девушек Дарья Андреева. Спортсмены сумели показать великолепную борьбу, настрой хороший. Не так долго ждать из чемпионата области, который будет проходить в Твери. Соответственно, будет отбор на первенство России, на чемпионат России. Поэтому Русь-Богатырская турнир – это очень такой значимый, хороший отборочный турнир. Именно показать свои силы и настроиться на победу.